В Одинцовском городском округе прошла благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой проводится сбор средств, закупка канцелярских принадлежностей для детей из нуждающихся семей. Партийцы присоединились к акции в рамках партийного проекта «Старший брат». Подготовка к началу учебного года всегда требует от родителей существенных затрат. В рамках акции удалось подготовить для вручения 65 школьных наборов.